И всем привет! Вы на канале Игромания ТВ. И сегодня я буду проходить карту, которая называется Экстрим Паркур. Создал эту карту Thegamingz. Скачал ее тоже в МЦП Мастере, где я сейчас и играю. Ну что, начнем проходить. Ого! Табличка осталась висеть. Ну вот, начнем проходить. Вот такая она. Высокая, но прикольная, мне кажется. Вот так здесь просто проходишь. Так, засейвимся давайте здесь. Кстати, я хочу сказать, что прохождение карт моя самая любимая рубрика. Да. Потому что там много-много может интересных карт быть. Поэтому я что-то выживалку свою не снимаю с Игромания ТВ Сидом. Не попал. Тогда давайте назад вернемся. Прыгнем. Да как я смог не долететь? Что-то там мне мешало, 100%. Ладно, давайте сейчас куда-нибудь. Хотя бы вот сюда. Да, запрыгнем и засейвимся. Что я не понимаю, что там такое. Извините, я посмотрю уведомления. Там мне какое-то пришло, наверное. Извините, мы прервем. Ну что, мы продолжаем. Эх, не долетаем. Ой, а я тут не засейвился. Вот. Паркурил просто. Сейвимся. Так. А куда дальше? Вот сюда. Сейвимся. Так. Туда, что ли, дальше? Я не понимаю. Наверное, туда. Но как? Мне там мешает. Жесть! Да... Как это пройти, ребят? Мне туда паркурить? 100% не долечу. Ох! Нет, я долетел почти. Я понял, там этот мешает. А. Понял, зачем он сделан здесь. Получается. Ай, я ж долетел. Почти. Почему я упал? Да, мне, честно говоря, сложновато пройти это, не получается. Потому что место реально трудное очень. Как, сами как видите. Вот. Почти. Что-то у меня не получается. Да, место очень трудное. Сколько я его так проходить буду? Надо было выжать только вперед жать и все. Да, трудно очень. Я попыток убил уже на это. И сколько времени? Да. Так, я понял, как надо проходить. Чуть-чуть вот так с краешку.
Сейчас, как-то вот так. Ах, нет. О! Извините, наконец-то я допрыгнул, сейвимся. Обязательно сейвимся. И даже говорить нечего. Так, а вот как бы здесь проходить? С лестницы, что ли, тут? Опа. Так, сейвимся, посмотрим, что там есть. Здесь ничего нет. Поэтому, что мне делать? Как паркурить, я не знаю. До той калитки, что ли, сразу? Ай. Ну, это же очень трудно. Нет. Автор 100% ошибся. Тут нужно убрать этот блок. Так. Я перейду в творческий режим. Уберу его. И продолжим. Так. Обратно возвращаемся к точке спауна. Нет, засейвлю здесь. Все-таки вот здесь. Держался? Да, прошел. Так. То ли автор тут лестницу забыл поставить, где я блок сломал. То ли блок случайно поставил. Так, кстати, сейвимся. Так, паркурить еще высоко, высоко. Я всего вот столько прошел. Ой. Я еще половину не сделал. Так. Так, сейвимся. Куда дальше? Сюда. Сейвимся. И... Стоп, а куда не дальше? А куда мне дальше проходить? Все, паркур такой закончен, что ли? Да нет. Это можно как-то пройти. А, я понял, куда. Сейчас. Вот сюда, вот так вот. Так вот. И вот так вот. Я просто помню, что я здесь не проходил. Здесь. Оп. Так. Так долго я паркурил без сейва, надо засейвиться. Так. Ой, а я уж испугался, что они предлагают вот туда перепрыгивать. На, так, ладно, сейвимся. Ой! Лол, ребята, я упал. Лол, я опять упал. На самом деле, здесь просто можно пройти. Так, а как... Опа! Что-то автор, кажется, здесь забыл поставить, но... Да. Понятно, но... В общем, ладно. А, я понял. Можно либо сюда, либо здесь перепрыгнуть как-то. Ладно. Все.
Цепимся. О, напрыгнул. Лол, я упал. Недолет. Засейвимся. Так, сейвимся, потому что до сюда трудно будет мне допрыгнуть, как вижу. Так. О. Прошел. Сейвимся. На. Так, ну я где-то прошел. Может быть меньше, может быть больше половины карты. Сейчас я пройду вот это вот местечко. А, я удержался! Да, ребят, я еле удержался. Да, это жесть. Ладно, так, нажимаем на кнопку, что будет. А, я понял, тут поршень, но что-то он не работает. Видимо, на той версии, на которой я играю, их, видимо, не добавили еще, поэтому... Мне придется все-таки перелететь. Ну что ж, друзья, на этом я, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем еще раз спасибо. Всем пока.